Коллеги, пока еду к постоянному клиенту, написал мне сейчас, значит, этот подписчик в ТикТоке. ТикТок заблокирован для выгрузки роликов, но старые ролики смотреть можно. И подписчики пишут, и разные мне рассказывают истории на электронную почту. Короче, во Всеволожске чувак катает, минималки не выезжает вообще за пределы города. То есть не берет дальние заказы. То есть вот этот минималки, которые вот как у нас там, допустим, в Кировске. Ну, как в любом городе они, в принципе, есть. И он мне сейчас, знаете, что написал? То, что ему вчера понизили приоритет на 3 балла в связи с тем, что он отказывается от дальников. Прям написали ему вот так вот. И сказали, что в следующий раз будет понижен приоритет на 5 баллов. А... И еще раз, если он будет замечен от отказа от дальников, то он будет заблокирован на 50 суток. Опять же, это с его слов я рассказываю. Ребят, напишите, пожалуйста, у кого-то была такая история. Потому что я, когда и катаю, бывает минималки, но я все равно в город уезжаю пару-тройку раз. И поэтому, возможно, у меня таких траблов не было. Вот. Я за счет этих нескольких дальних заказов вообще кассу делаю на самом деле. Вот. Напишите, пожалуйста. Еще есть пару-тройку историй, тоже ребята мне там пишут. Расскажу чуть позже.